Всем доброе утро. Ну, у нас, по крайней мере, утро. Вот, 6:32. Только что закончила тренировку. Закончили, можно сказать. Вот, сегодня была силовая тренировка. То есть, тут и на трицепс, и подтягивания. Но я подтягивания не делала, заняла отжиманиями, в общем, и с гантелями. Длинная была. Мы в 5:40 начали. 50 минут получается. Вот, и я еще не делала растяжку. Вот, сейчас только в конце сделала планку 70 секунд. Два последних упражнения на пресс, Андрей сбежал. Вот, поэтому я пока одна в гараже, но почти всю тренировку со мной был. Проснулся сегодня, главное, пришел, так что пока еще присутствует. Вот, сегодня с Редом не по... Сейчас сделаю растяжку. С Редом не пойду гулять. Сейчас покажу, почему. А потому что... О, видите, какая красота. Не, ну, конечно, можно было бы походить, но не хочется собачку морозить, все еще мороз. Но сегодня, после обеда, по идее, уже будет плюсовая температура, где-то плюс 5, а выходные вообще плюс 20 обещают. Будем надеяться, что так и будет. Ух, холодновато. В общем, сейчас сделаю растяжку, пойду в душ. Закалка, холодный душ у меня. Я все хочу начать обливаться из ведра ледяной водой, но жду, пока потеплеет на улице. В смысле, на улице, то есть летом начну, когда тепло будет. В общем, вот так вот у нас как-то на улице. Поэтому, если днем потеплеет, но я не знаю, получится ли у меня, потому что, ну, после работы Нила нужна на гимнастику. Вот, потом там у нас еще кое-какие дела, так что не знаю, что у меня сегодня выйдет по шагам, если только поздним вечером опять на дорожке нахожусь, но опять не буду загадывать. Посмотрим, как будет. Все, сейчас буду делать растяжку и в душ. Так, сегодня у нас утром, ой, солнце, минеральная вода. Мы вот боржоми купили, здесь пол-литра. От пол-литра до литра выпить до 12 часов и потом переходить на обычную воду. В прошлом марафоне у меня ее не было, потому что ее на Амазоне нужно было заказывать. Я не знала заранее. А чтобы заказать на Амазоне, нужно было ждать больше недели. Ну, как бы, марафон всего 3 недели, смысла большого не имело. Вот, и я не заказывала. Плюс на Амазоне, если заказываешь, и упаковка 12 бутылок, она в стекле, то есть она тяжелая, $67. Но сейчас я уже знала, что иду на марафон. И когда мы были в Денвере, я рассказывала, мы заехали в магазин, русский так называемый, интернациональный, европейский. Вот, и мы там купили пару упаковок, и там она по $34 за упаковку, тоже недешево, но в 2 раза, можно сказать, сэкономили. Так что вот, сегодня, по-моему, и завтра, да, у нас минеральная вода, послезавтра не помню. Не буду мучиться, а то на прошлом марафоне можно было заменять гималайской солью, растворять 1,5–2 чайные ложки где-то в пол-литра воды. Я давилась первую неделю, ну, первых 2–3 дня, да, а потом плюнула и вообще не делала минеральную воду. Так что этот компонент на прошлом марафоне у меня отсутствовал, потому что это очень соленая, противная водичка-то намного приятнее. Я ее попробовала, можно пить даже. Ну, много ее нельзя, как бы, она минералы. Все-таки. Но вот пол-литра сегодня. Начну с пол-литра, завтра, может быть, ближе к литру получится. Посмотрим. Сегодня вот сейчас ее пью утром. Мое очередное включение. У нас почти наступила весна. Ну, вы не смотрите, что я еще так выгляжу. Ветер просто холодный. Но пахнет весной сегодня. Все, в смысле, после обеда. Утром снег же еще лежал. С этого момента должно теплеть. В общем, мы идем. Я шаги нахаживаю. У нас 6:18 вечера. Я еще сегодня не ела, вот поэтому второй круг идем. В общем, погуляем, и потом у меня будет еда. Как новичок, ему разрешено есть с 2 начинать. Он уже 1 раз поел сегодня с 2. Вечером будет 2-ю часть своей порции есть. Ой, а в меня, скорее всего, вся порция не влезет. Так что получится, наверное, половина. Ну, посмотрим. Пока гуляем. Пока у меня 7567 шагов. Так что до 10 надо гулять. Вот, а там дальше как пойдет. Так, вот, пришли мы с прогулки. 7:13 сейчас. Я сейчас съем кусочек сыра. Открою сыром. И буду делать салат. Вот, и как раз пока сделаю салат, уже можно будет ужинать. Это я просто все достала, подготовила.
Так, вот салат. Правда, тут немножко меньше. Мне нужно 400 грамм, а здесь 310, по-моему. Так, не лезь. И запеканка, опять же. Должно по норме два таких куска быть, но я второй отполовинила Андрею, потому что меня точно не вылезет. Потом еще сегодня ягоды поменю с киви, с шоколадом. В общем, сейчас вот это буду кушать. Запеканку еще не грела, сейчас погрею, будет холодно. Вот мой прием пищи, мой ужин сегодня. Итак, вот такой десерт. 159 грамм ягод. Тут у меня клубника, малина, черника. Два киви сегодня полагается для витаминизации. И черный шоколад 30 грамм. Да, я его расплавила. Ну и буду, наверное, с вами уже прощаться. Покажу сейчас, сколько у меня на данный момент шагов. Ой, где тут мои часы? Часы, включайтесь, не хотят. Сейчас, секунду. Вот нос без 29, 11 947. Ну, в общем, сегодня я 12 тысяч сделаю. Что-то у меня кто-то пульс высокий. Что-то неправильно показывает, похоже. Я умираю, у меня 220 пульс. Ладно, все, с вами будем прощаться. Всем пока.